Свою работу совет начал с награждения активных жителей, участвующих в общественной жизни округа. За вклад в социально-экономическое развитие станицы почетными грамотами и благодарностями главы Анапы были награждены 4 члена совета. На повестке дня у Совета общественности отчет о работе антинаркотической комиссии, своевременная и качественная уборка мусора с прилегающих территорий и различные межсоседские разногласия. На сегодняшний день в станице на эпизодическом учете состоят 45 наркозависимых. Силами полиции совместно с органами местного самоуправления проходят рейдовые мероприятия и встречи с населением. Кроме того, ведется разъяснительная работа с молодежью. О криминогенной обстановке в станице отчитались участковые. За прошедший месяц сотрудниками полиции раскрыто более 10 преступлений, среди которых несколько краж. В отношении подозреваемых в преступлениях возбуждены уголовные дела. Еще один вопрос, который рассмотрели на Совете общественности – уборка прилегающих территорий. Жительница станицы Анапской жалуется, что для заключения договора на вывоз мусора компания «Сити Кристалл» требует осуществлять уборку прилегающей территории к домовладению. Прилегающая территория к домам является муниципальной, однако по правилам благоустройства содержать ее в надлежащем состоянии обязаны жильцы. Вот ваш фасад и до бордюра, вот этот ваш там палисадник, тротуарчик, подъезд для машины. Это территория муниципальная, но по правилам благоустройства вы должны ее чистить, ухаживать, косить, подметать. Она должна у вас быть всегда убрана, чистенькая, ничего не складировать, ничего там, ни стройматериалы, ни мусор, не захламлять, потому что за эти все вещи это приеду непосредственно я и составлю протокол. Цель советов общественности – выстроить конструктивный диалог между представителями власти и жителями. Благодаря совместной работе удается выявлять и оперативно устранять нарушения в различных сферах деятельности. Только за одну неделю в станице составлено более 10 протоколов на нарушителей. В большинстве случаев это несоблюдение правил благоустройства.